Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и стартовал ивент, в котором каждый из вас абсолютно спокойно сможет забрать себе мародера, потому что донатить не надо будет абсолютно. Что необходимо будет делать и сколько, сейчас все обсудим. Здесь в ивенте 10 уровней. На каждом из уровней вас ждет какая-нибудь своя халявка. Начиная от бустеров, целых 820 киткоинов, 20 бустеров на голду, мародер, которого заберет даже ленивый. Вы можете получить себе X5, но окей, не самая большая ценность, вы можете забрать себе... Пускай один, но все-таки бесплатный контейнер, собери их все, и мало ли, вдруг оттуда что-то выпадет, и можете забрать себе вот такой вот мимишный аватарчик анимированный. Но я не любитель аватаров, все-таки самое ценное, ребят, я считаю, здесь это мародер, которого, как я уже сказал, смогут забрать даже ленивые игроки. Что необходимо сделать? Давайте будем разбираться с условиями. Условия очень простые. Делаем победы на танках, начиная от 4 уровня, и за каждую победу получаем 2 лимонадика. Плюс к тому, за каждый знак классности, а здесь вам помогут коллекционные машины из батл-пассовских пропусков, допустим, кто такие получал, либо крайне редкие машинки, берите, там вам советик, вы будете получать 2 очков. Что необходимо для того, чтобы забрать мародера? Да, в принципе, не так уж и много. Вам необходимо сделать 26 побед, ребят, и сделать 37 знаков классности, вне зависимости от того, какого уровня они будут. И на это все, ребят, у вас есть целых 11 дней. Поверьте, вы успеете, если будете играть на коллекционниках и немножечко постараетесь. Мародер, в принципе, этого стоит, и буквально через час-другой после выхода данного видео на канале появится свежий обзор на данную машину. Если вы хотите закрыть прям все и забрать себе даже этот мимишный аватарчик анимированный, то вам надо будет сделать немножко больше. Вам необходимо будет сделать 51 победу и 69 знаков классности. Стоит ли настолько сильно потеть? Я, честно говоря, считаю, что нет. В конце концов, аватар ничего не дает, а вот за контейнер можно было бы и побороться. В таком случае вам необходимо будет сделать 37 знаков классности и 51 победу. По-моему, ребят, не так уж и сложно, с учетом того, что, как я уже сказал, нам на это все отвели целых 11 дней. Ребят, я желаю всем забрать как минимум мародера, желаю всем огромного количества побед, знаков классности, но обязательно, друзья мои, мира и спокойствия. До встречи в новых видео, спасибо большое за просмотр, побежал снимать обзор на мародера. Если хотите его не пропустить, подписывайтесь на канал прямо сейчас и ставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить выход видео, только убедитесь, что у вас выбрано все в отношении уведомлений с моего канала. Спасибо большое, увидимся через пару часов. Пока-пока.